исполнителя штрафованных. Вообще не сказать, что игра грубая, но 4 удаления уже случилось. И вот шанс для атака сходу была здесь. Здесь не то, что розыгрыш большинства. Быстро вошли в зону и практически выход 1-0. Но Тейлор справился. Да, отлично. Козума вывели. Ну, здесь вратари творят чудеса в этом матче. Да, пока и тот, и другой успели спасти команду. Еще один такой бросок Регина, опять в касание. Говорил в репортажах, не очень импонирует. Да, вот этот момент, да, Андрей, да, который вспоминали. Да, Регин бросал пустой. Очень импонирует манера игры Тейлора. Никаких лишних движений. Очень хорошо именно действительно читает игру, предугадывает действия. Может где-то ему там, ну, какие-то изъяны, естественно, есть у него, как, наверное, у любого вратаря, но... Вот умный вратарь, я бы так сказал. Ну и то, что нужно отметить, то, что играет до конца, да, казалось бы, безнадежная ситуация.